Минувший вторник Екатеринбург принял свою долю участия во всероссийской тренировке по гражданской обороне силами Уральского института государственной противопожарной службы МЧС России и его ближайших коллег на его территории. Подразделение первой части прибывает в составе двух офицеров. По замыслу у нас было 30 пострадавших, 20 человек находилось под завалами. Привлекались службы, как и медицинская служба, региональный посадочный спасательный отряд с кинологической службой. Собака дает обозначение голосом или поведением. Обнаруженные пострадавшие находятся под завалами. Были продемонстрированы эпизоды спасения звеном газодымозащитной службы условно пострадавших при пожаре, которых выносили на носилках, других эвакуировали по пожарной лестнице. Во всех случаях роль спасаемых играли вполне здоровые граждане, а вот доставку с высоты на землю носилок при помощи канатно-спускного механизма демонстрировали, положив в носилки от греха подальше модель человека. Да, в голове держи. Сверху этажи здания. Условно лечили условно больных настоящие врачи Центра медицины катастроф. Волнующихся, держать за пуговку, успокаивали экстренные психологи МЧС в пункте временного размещения и по телефону горячей линии. И над всем этим, озираясь вниз, летал беспилотный разведчик. Надо думать, участники учений оценку за свою работу в итоге получили хорошую. Нет, товарищи, у нас не может быть хорошей работы. Бывает удовлетворительно и неудовлетворительно. Кто за то, чтобы признать удовлетворительной?